Всем привет! 29 мая на турецком телевидении состоится премьера новой 110-й серии турецкого сериала «Кровавые цветы». Ранее мы увидели, как Джиган не может нарадоваться тому, что весьма успешно прошло мероприятие, носившее для него определенное значение. Он приложил определенные усилия, чтобы все прошло достойным образом. Когда проходило празднование, он предложил собравшимся сделать семейную фотографию. И эта идея пришлась по вкусу Барану. В свою очередь Баран рад тому, что Дилан пришла, потому как одно лишь ее присутствие обеспечивало его хорошее настроение. А среди приглашенных особ имелся человек, который наблюдает за происходящим практически непредвзятым взглядом. Со стороны видно, как преображается Баран от нахождения рядом с ним супруги. Дилан говорит о том, как сильно ей повезло иметь такого любящего мужа. Кроме того, Баран весьма успешен и обеспечен наличием достойных черт характера. И заради Дилан он готов на все. Присутствующие не имеют представления, что Баран и Дилан не делали осознанного выбора, ставши парой. И если бы об этом стало известно, мало кто поверил бы в это. Дерья также находится в числе гостей. Ей совершенно не нравится то, как ведут себя Баран и Дилан. Ее злит счастье этих двух людей. Вместе с тем, она отмечает, как Дилан несчастлива, ведь предпринимает все попытки стать невестой, но остается чужой в доме Барана. Дерья решает заявить прямо в глаза Дилан, насколько та жалкая. Баран надевает кольцо, подаренное женой, и когда выходит на улицу, чтобы отблагодарить ее, становится свидетелем неожиданных событий. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Не забудьте подписаться.